Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет видео закупка продуктов из магазина Лента. Но сегодня, к сожалению, я не покажу вам в конце видео, как обычно, чек, потому что муж у меня его потерял, пока ехал домой. Но думаю, ничего страшного, на основные там овощи и мясо, продукты я вам цены озвучиваю в видео, да. Вот, так что я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Сумма покупки у него получилась 8405 рублей. Вот, ну, без чека, я думаю, что ничего страшного. Ну, бывает такое. Хотя все время прошу, он знает, что мне нужен обязательно чек, но ну, ничего, бывает. Вот. Ездит у меня муж, тоже меня спрашивает, пишу ли я список. Ну, такое основное, что вот мне нужно это. Ну, там, например, муку, там, яйца, там, ну, не знаю, что-то вот такое обычно пишу. Плюс он уже добирает что-то на свое усмотрение, сам, что ему хочется, что ему нравится и так далее. То же самое с мясными, с мясом. Я, бывает, пишу ему, там, допустим, мне нужно там рыба и это, да, он докупает еще что-то дополнительное, бывает, потому что видит акцию, бывает, потому что хочет, чтобы я что-то приготовила, да, ему. Соответственно, как-то вот так вот у нас получается. Ну, давайте покажу вам закупку. Итак, вот так. Вот такая закупка получается у моего мужа. Давайте начнем отсюда. Яйца отборные, 30 штук. Они у нас уходят очень быстро, поэтому мы всегда покупаем по большую упаковку. Так, мясо. Значит, здесь у меня свинина окорок по 206 рублей. Получается на 2 килограмма целый кусочек. Отлично, на шашлыки пойдет очень хорошо. Так, а здесь у меня свиная корейка. 312 рублей где-то почти, ну, кило где-то у меня здесь получается, ой, сколько, килограмм, да, чуть больше килограмма. Вот, дальше здесь куриная печень, я обычно ее просто жарю в муке, ну, чищу, соответственно, жарю в муке, обжариваю, очень нравится. Дальше голень, вот такая, и куриная грудка. И также он купил еще курочку, но она, смотрите, очень-очень маленькая, такой цыпленочек. Тушка цыпленка бройлера, но она очень-очень маленькая. Я, наверное, ее просто целую запеку, не буду разделывать в этот раз, хотя обычно я курицу разделываю. Так, дальше здесь из мяса также фарш, вот такой свинина-говядина по 269 рублей. Здесь где-то примерно килограмм, вот. И рыбка. Здесь у меня получается филе минтая по 338 рублей. Я с филе минтая, кстати, обычно либо запеканочки какие-то делаю, либо котлетки рыбные. Получается очень вкусно. Так, и здесь просто форелька. 499 рублей. Одна вот такая вот тушка, ну такая неплохая, свеженькая, я смотрю. Очень здорово. Вот форель я обычно просто запекаю в фольге, в духовке, можно с овощами, можно без, я обычно просто со специями, получается, ну, вкусно, я люблю просто рыбу обычно. Так, дальше давайте здесь, купил он две газированные воды по 1,5 литра, он у меня, кстати, любит иногда просто газированную обычную воду или какую-нибудь солененькую, обычно себе в машину покупает, тут взял две вот такие большие. Я, кстати, не очень люблю газированную воду, я люблю обычную воду. Молоко снова две упаковки, вот такие, домик в деревне. Здесь снова также творожные палочки глазированные любят дети. И, соответственно, имунельки. Вот такие у меня любят. У нас большое, да, разнообразие имунелек, но у меня дети любят вот такие мультифруктовые. Сметанка тут 15%. И снова масло вот это вкуснотеево. Ее выпечку из него делаю. Очень вкусные девочки получается. Не знаю, обожаю это масло. Кто-то там против этой марки вкуснотеево. Нам нравится. Я не знаю, ничего плохого в нем не вижу. Так, дальше здесь у меня курочку показала. Здесь у меня сыр. Вот такой Лента со вкусом топленого молока. Очень нравится моему мужу, кстати, вот этот сыр. И еще вот такой обычный пошехонский, тоже неплохой сыр. Так, здесь получается половинка на 441 рубль. И вот здесь вот кусочек на 158 рублей. Ну, конечно, сардельки вот такие взял. Папа может, очень нравится нам, кстати, эта марка. И вот такой финский варено-копченый сервелат.
Вот тоже марки «Папа может», тоже нам нравится. Дальше здесь у меня масло «Слобода». Кстати, люблю вот это масло «Слобода». И бутылка очень нравится, вот это с ручкой. Вообще, само масло мне очень нравится. Снова лидский квас. Он действительно, девочки, вот если вы не пробовали, советую очень вам попробовать, потому что действительно вкусный квас. Муж моему очень нравится. Вот такой темный он берет. Иногда он из ленты пропадает. Муж говорит, иногда приезжаю, нету этого кваса. Вот. А вот сейчас увидел, взял его. Здесь также у меня кетчуп томатный, вот такой мистер Рико, очень нам нравится. А вот такой соус взял кисло-сладкий, вот это очень вкусный, кстати, да, именно вкусный, его вот какие-то овощи, рис, и вот этот соус вообще классно, очень вкусно. Вот, и еще вот такой он взял, кстати, вот этой марки Кинто, да, я уже как-то брала соус, очень вкусный тоже, и вот он взял вот такой кебаб томатный, вот такой соус. Ну, попробуем. Такой я не пробовала еще. Так, здесь тоже напитки. Вот такой взял компот, хотя я сама варю компоты, но взял, видно, захотелось попробовать. Яблоко, вишня, сок и апельсиновый сок. Апельсиновый сок, кстати, в последнее время я очень полюбила, мне нравится. Я его немножко разбавляю водой и пью, получается кисленько, очень вкусно. И еще две бутылочки вот такого напитка. И, кстати, никогда такого не пробовала, какой-то игристый напиток Аляска со вкусом лесных ягод. Это алкогольный, насколько я понимаю. Вот. И второй такой же со вкусом, получается, яблок и корицы. Вот. Должно быть, наверное, очень вкусно. Так, дальше хлеб вот такой взял тостовый. И еще всякие вот такие булочки. Вот это любимые булочки моего мужа. Очень их любят, с чесноком, пампушки с чесноком, вот такие очень вкусно. И вот эту вот мою любимую лепешку, которую я очень-очень люблю. Так, вот эта лепешка стоит 29 рублей, очень вкусная. И у меня, кстати, все домашние тоже полюбили эту лепешку. Единственное, что она долго, конечно, не хранится, быстро портится, поэтому да. И вот эти пампушки стоят 34 рубля. Сейчас как раз на обед как раз отлично. Ну и здесь у меня фрукты, овощи остались. Арбуз, конечно же. Он уже по 29,89. Ну, считайте, 30 рублей за килограмм. Такой взял. Хороший арбуз, нам нравится. И дыня, торпеда. Единственное, что она должна немножко полежать, потому что она еще такая, да. По, считайте, 40 рублей. 39,99, ну, считайте, 40 рублей. Да, вот такую небольшую. Она у меня полежит в кладовке, будет вообще очень вкусно. Также здесь, что у меня здесь? Нектарины по 128 рублей. Такие тоже, кстати, очень мягенькие. И вот это вот наша любимая груша форель. Очень вкусная. Она реально как дичка, но сладкая. Вот. По 179 рублей. Обязательно попробуйте, если увидите. Она очень вкусная. Но такая жесткая груша. Даже если полежит, она все равно будет жесткая, но при этом очень сладкая. Это и нравится. Яблоки Royal Gala. Вот эти очень вкусные. Ну, тоже их любим очень. Почти все время, наверное, покупаем, когда они есть по 182 рубля. Сладкие, очень вкусные. Так, здесь также персики по 108 рублей. И такие тоже такие мягенькие. Вот, черешня, конечно же, черешня еще не отошла, по 188 рублей уже она, вот, ну такая уже, видите, не крупная, меленькая такая уже продается, но все равно при этом очень вкусно. Так, ну из овощей здесь перцы, ласточка вот такие, вот они называются ласточка, но на самом деле они эти вот такие толстые, то есть ласточка они обычно тоньше, ну вот здесь вот. Лента все перцы пишет, что это ласточка. Хотя мне кто-то писал, что это другой сорт. Ну, такие, наверное, какие-нибудь фаршированные или с овощами потушу. Наверное, фаршированные сделаю с этим, с фаршиком. Так, помидоры по 63 рубля. Конечно, цены на овощи уже начинают потихоньку радовать. И огурцы вот такие длинненькие он взял по 66 рублей. И баклажаны грунтовые по 99 рублей, но это еще не дешево, они обычно рублей по 60 у нас уже ближе к концу лета. Вот, тогда я начинаю из них какие-то заготовки делать, а сейчас просто, наверное, какое-нибудь блюдо приготовлю, то есть так поесть. Но у меня муж очень любит баклажаны, поэтому взял сразу много, вот. Так что вот такая вот получилась закупка моего мужа. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Кто еще не подписан, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.